Между тем, более 3600 раз выезжали на экстренные вызовы сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области с начала этого года. Они помогали тем, кто тонул в воде и оказывался заложником огня. Благодаря спасателям второй шанс на жизнь получили более 300 человек, в их числе и жители Талдыкургана. Этот дом в центре города загорелся в марте. Тогда жительница 4-го этажа Татьяна Адлер оказалась в огненном кольце. Из-за сильного дыма пенсионерка могла задохнуться. Трагедии удалось избежать. Спасатели прибыли вовремя. Как повалил дым с магазина. Прят, это ужас. Да умерла бы. Только им, благодаря этим пацанятам. Ой, молодцы. Дай Бог им здоровья. Дети пенсионерки уехали жить за границу. Сама она передвигается с трудом, но, несмотря на это, пригласила в гости Айдына Дакерова, который спас ей жизнь. Во время пожара он вместе с отрядом эвакуировал из многоэтажки 30 жителей. Двух человек из огня вынесли на руках. Обнаружили на 3-м этаже мужчину, у него болезнь Паркинсона. Его вытащили, потом поднялись на 4-й этаж. Там бабушка дома передвигается ползком. Бабушку вытащили в машину скорой помощи. Там ей оказали медицинскую услугу. Свой поступок Айдын Дакиров подвигом не считает. Говорит, что это его служебный долг. На его счету за 15 лет работы в пожарном подразделении более десятка спасенных жизней. Наталья Строкова, Шынгыз Калиден, Олжас Байбосынов, Алматинская область, Хабар 24.